Ульянские предприниматели обратились к губернатору с проблемой роста кадастровой стоимости. Алексей Русских согласился с бизнес-сообществом. Результаты государственной кадастровой оценки, проведенной в соответствии с федеральным законодательством, не приблизили кадастровую стоимость к рыночной. Главные причины проблем – наличие недостоверных сведений в объектах недвижимости в базе данных Росреестра и несовершенство федеральной методики оценки. Мы внимательно посмотрели, изучили методику. Сейчас будем готовить ряд предложений, направлять их в федеральный центр по изменению методики. Ну и вам предстоит очень большая работа. Предпринимателям необходимо провести тщательную работу по выверке данных о своих объектах. Мы со своей стороны включимся в этот вопрос и окажем консультативную помощь. Вот. Ну а по второму вопросу я сказал, что мы вместе с вами заработаем рекомендации, предложения направим в федеральный центр по изменению методики оценки. Но самое главное, результаты кадастровой оценки, полученные в этом году, не будут применяться для формирования налогооблагаемой базы в 2024 году. В следующем году предприниматели и бюджетное учреждение кадастровой оценки займутся отработкой проблем, чтобы уже с 1 января 2025 года с пониманием войти в новый налоговый период. Те, кто считает, что у него искажение в части завышения, имеют возможность оспорить, имеют возможность повлиять как на ситуацию, чтобы изменить, потому что закон, в принципе, позволяет в судебном порядке оспорить решение. Поэтому мы этим занимаемся. Практика такая есть. Есть какие-то технические ошибки. И, естественно, то решение, которое было озвучено сегодня губернатором, скажем так, оно, естественно, поможет нам урегулировать все эти вопросы, связанные с неверной, как по нашему мнению кажется, проведенной оценкой. И поэтому в данном случае это поможет нам более эффективно вести бизнес в будущем. Напомним, в этом году в регионе провели кадастровую оценку 830 тысяч объектов капитального строительства. Последний раз процедуру проводили в 2011 году. За это время цены на недвижимость выросли, а вслед за этим и кадастровая стоимость. Анна Тищенко, Управда ТВ.